Теперь к новостям, связанным с крушением российского самолета в Египте. Сотрудники МЧС планируют до конца дня обследовать все 40 квадратных километров, входящих в зону поисков. Расширять ее не будут, зато спасатели еще раз внимательно изучат ту же территорию, на которой работают сейчас. Утром в КР была выведена новая партия вещей, найденных на месте падения лайнера. Что касается так называемых черных ящиков, то, как сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, расшифровка параметрического самописца завершена, а вот речевой оказался поврежден серьезнее, чем предполагали ранее. Поэтому на извлечение записей переговоров экипажа потребуется время.